Итак, мы сейчас хотим показать вам японские продукты. Из японского супермаркета Дэджинг. Да. Дэджинг Март. Мы заехали вот по пути. Вот его адрес, пожалуйста, Майами, Флорида. Флорида. А, да. Кто будет по пути приезжать, можете заглянуть. Так. Что у нас тут есть? Это что, Вероника, печеньки? Продолжаем съемки по поводу покупок. Итак, следующий магазин будет у нас аптека, в которую мы заезжали тоже по пути. Мы взяли вот такие оранжевые яйца. Яйца? Да, яйца. Видите, они вот так хорошо сделаны. Если кто смотрит этих сестер, это бьюти-блогеры, у них есть свой канал на YouTube. И вот они выпустили свою серию яиц для того, чтобы делать макияж. Вот. Вот такое интересное яичко. Так, следующее. Вероника, что это у нас? Это против удар сёркос. Круги, тёмные круги. А, против тёмных кругов под глазами. Вот такая штучка интересная. Вот. Так, дальше. Это, скорее, антиблеск написано. Это пудра. Сейчас. Антиблеск. Так, открываем. Вот. А тут есть зеркальце, такая пудрочка. Единственное, что нам немножко расстроило нас Вероника, что там нету пробников тестирования. Вот. Сказал, что нельзя пробники использовать. Поэтому вот так. Это у нас мужские витамины. Это мужские витамины. Бонус 20 таблеток еще дополнительно. Так, отдай Олвис. Так, это прокладки. Нет, мы взяли. Прокладки. А что это? Это салфеточки для интимной гигиены. А, это салфетки для интимной гигиены. Вот. Слушай, я впервые такие вижу. Честно говоря. Для интимной гигиены. Подожди. Сейчас попробую открыть, посоказать. А, тут каждая, понятно, салфеточка вот так устроенная. Вот. Для интимной гигиены. Интересная штучка. Другие или такие же? Так, дальше. Дальше. Это бритвенный станок. Давать. Да, это новый жилет, который вышел вот такой вот забавный. Но здесь он, по крайней мере, не поддельный. А, ну да, конечно. Так, дальше. Так, дальше. Это... Салфеточки какие-то. Да, это прокладки, да. Короче вот, говоря, сначала нужно использовать про это интимные салфетки. Вот такие интимные салфетки нужно использовать. А потом одеть прокладочку. Все по системе и пошаговой. Так, сначала не забудьте салфетки, а потом прокладки. Не перепутайте. Да, главное не перепутайте. Так, витамины это полностью. Женские витамины. Здесь 100 таблеток. Вот, а сколько мужчин? 120. А мужчин 120. Мужчинам больше витаминов. Все, мужчины взяли две пачки. Так, мы для мужчин взяли две упаковки. Потому что женские, да, они почему-то еще до сих пор еще у нас остались. Андрюха только что он принес нам IST, чай, мы такой чай мы взяли. Держи. А, это витамины для женщин старшего возраста, это для подарок нашим бабушкам. Да, вот, 65 таблеток. Это моей маме. И также Вадимина маме. Так, это я взяла вот такую новинку. Матовый блеск для губ. Так, дальше зубная паста. Крест. Очень наша любимая стала зубная паста. Мы от нее просто в восторге. Это аспирин 325, 100 таблеток. Это маленькая упаковочка. Так, дальше взяли мы Орбит. Это жевательная резинка. С мяты, короче говоря. Так. Зубная паста. Так, и следующий вариант зубной пасты. Вот такая штучка. Так, да, дальше. Зубная паста. А, следующий вариант зубной пасты. Да, мы запаслись зубной пасты. Мы просто запаслись. Дальше. Еще одну я взяла. Блеск для губ. Вот такая. Уже другого цвета. Так. А уже другая упаковка аспирина, уже побольше. У нас что-то стало дефицит аспирина в Москве продается. Мы с Вероникой очень долго выбирали, какую же нам выбрать, какой же нам выбрать шампунь. Выбрали все-таки вот такой. Да, там, по-моему, сколько вариантов было? Наверное, вариантов 25. Мы долго стояли с Вероникой, долго-долго выбирали. Итак, это шампунь, а это кондиционер.
Вот. И да, кстати, в Москве очень стал дефицит с аспирином, поэтому мы взяли большую упаковку аспирина. 500 таблеток. Но по поводу шампуня мы попробуем, скажем потом. Так, дальше давай. Это бритвенный станок мужской. Это лезвие. Лезвие, да. В Москве они тоже есть, но в Москве очень часто поддельные продаются. Очень часто. Пуфик антибактериальный. Угу. Да, пуфик, да еще антибактериальный. Ну все, конфетки, я не знаю, конфетки показывают. Ну давайте, вот еще мы взяли конфетки, вот такие. Ну, все хочется попробовать, если честно говоря. В Москве такое, конечно, не попробуешь и не узнаешь. Так, это у нас конфетки, вот такие. Еще вот такое у нас с арбузом конфетка идет. Так. А, еще одна конфетка. Нас укачивает, поэтому мы едим конфетки. Так, это жевательная резинка, по-моему. Да. Так, дальше. Это тоже какой-то Орео. Это Орео. Это печенюшка. Наша любимая печенюшка. Еще вот такой вид Орео. Попробуй его. Есть. Сейчас. На, пробуй. Это уже открыли. Так, это мы уже открыли, рассыпали мы уже в машине. Вероника неудачно мне передала. Ну ладно, ничего страшного. В этом плане кто-нибудь после нас будет есть эти конфеты. Очень вкусно, мне понравилось. Особенно фиолетовый цвет. Так, вот такие печенюшки, просто обалденные. С чаем, с молоком, там, в принципе, обалденные. Так, и еще вот такие были конфетки, которые уже все съели. Кислые конфетки. Все? Больше ничего нету? А вот большая упаковка у Вероники. Вот, действительно. Еще мы вот такой взяли. Орео, мини, совсем маленький. Тут вот уже Вероника уже грызет по полной программе. Вот. Так что в этом плане вот такие мы покупки купили. Так что сейчас мы пойдем в Хуторс кушать. Вот так. Просто мы показали, потому что в дальнейшем половина все это съестся, и вы ничего не увидите. Поэтому мы показали, что есть вот такие продукты.